смотрите, такой план. Я сейчас закину ребятам ссылку, чтобы нас тоже смотрели. У нас будет такая небольшая основная часть. Интересное. Если у вас возникает вопрос именно по теме, вы прям ручку подняли, и я как бы все отвечу. Если у вас есть по укулеле, у нас будет время, минут 20-15, на все отвечу. Касаемо вообще меня, книги, укулеле, YouTube-канала, который недавно мне заблокировали, все хорошо сейчас. Вот, в общем, все, что вас интересует, и у нас там будет фотосессия, автограф-сессия, так что мы успеем еще с вами пообщаться, сфотографироваться для ваших соцсетей. Можете, кстати, сторисы выкладывать. Я всех это пролайкаю, отмечу, выложу вовремя. Просто ситуация такая, никто толком не знает, что я в Москве. Все думают, что я у себя на родине. Нет, в этот раз все актуально, пунктуально. Вот, хорошо? Все нормально? Отлично? Вот такой у нас сегодня план действия. Так, сейчас, секунду. Всех ребятов оповестим. Ребята, кто смотрит нас в трансляции, вас тоже это касается, вопросы пишите, потом попрошу Далину, чтобы она мне все это прочитала. И, в общем, тоже клево. С вами тоже коннект, с нами тоже коннект. Так. Можете пока открыть укулейку и настроить. Что мы так сидим-то? Учебники подготавливаем, да? Главное, что двойные листочки. Двойных листочков, ребят, не будет. Америке такой укулеле дадите? Да, у кого нет укулелечек, а мы можем попросить ребяток, они нам одолжат. Здравствуйте, здравствуйте. Опаздываем, ай-яй-яй. Делюсь. Вот скажите мне, пожалуйста, что у меня в Москве очень плохо ловит интернет даже с VPN? Или у меня потому что такой странный Сбермобайл оператор, или у вас тоже так, ну, не особо... В центре. Побольше людей. Еще длиннее медицинский. Процесс настройки, подготовки инструмента. Под руководством прекрасных. Да-да. Ну ладно, я в принципе где смогла закинула, потом что, она же в записи, да, будет плюс? Конечно. Я всяко поищу. Не буду на это время тратить. Все? Окей, сол. А я смогу тебя попросить иногда тоже для меня там поснимать? Давай. Дома, спасибо. Если либо что? Я могу на свой перекинуть тебе. Ну, по AirDrop.
общем, друзья, все, я с вами, вы со мной, готовность, командность. Смотрите, когда я думала, о чем сегодня вам рассказать, я не знала. Ну, то есть конкретно я могу вам рассказать, там, как петь и играть одновременно, что-то именно связано с аккомпанементом, типа ля-ля-ля-ля-ля-ля. Но у меня пришла идея, и вы будете сегодня у истоков, потому что этой темы я не буду касаться в книге моей по укулеле, потому что это довольно такая тема, которую нужно видеть здесь и сейчас. Поэтому я решила вам это рассказать лично. А, в общем, тема сегодня у нас будет перкуссия на укулеле. Воу, все-таки что такое? Кто-нибудь знает, что такое перкуссия? Ну, неплохо, неплохо, отлично, идем. Сейчас я как раз вам расскажу. Такой интерактивчик для вас подготовила. Давайте начнем с того, что далекие-далекие времена, когда люди жили еще в пещерах. Как вы думаете, какой вид инструмента зародился самый первый? Барабан. Барабан, отлично. И еще один? Дудка. Дудка, то есть что-то духовое. Отлично. То есть духовое, это, видимо, там была тростинка бамбука, ветер. И сразу звук появился. А вот про барабаны, это очень интересно, потому что тут есть в чем покопаться. Вообще, как в принципе, ну, это мои предположения, может, у вас есть свои, если тоже есть свои варианты, мне поднимите руку, расскажите нам всем. Всем будет очень интересно послушать. Моя теория какая? То есть был какой-нибудь камень, взяли какой-нибудь другой камень, побольше или поменьше, стучал этот человек, о, звук, да, что-то ударил. Или там у него что-то рассыпалось, тоже какой-то звук появился. А если взять что-то деревянное и другое деревянное, тоже постучать, другой звук. Вот. И, в принципе, вот, и, может быть, вы с собой обращали внимание, что в нас это уже как-то заложено. В плане, когда мы сидим, слушаем любимый трек, мы сразу начинаем как-то ритм отбивать, что-то вот такое, там, стучать, бренкать. Или как тот самый одноклассник, который как бы в конце парты сидел, такой, представлял себя барабанщиком, да? Кто-нибудь именитым барабанщиком, понимаете? Я. Да? Давайте так, а кто-нибудь вообще, ну, играл на барабанах настоящих живых? Ну, да. Вау, здорово. Слушайте, вы прям подготовились. Да? Как знали, как чувствовали. Или когда я росла, был популярен такой сериал «Ранетки». Я всегда была Лерой Ранеткой. Она так круто играла на барабанах, мечтала. Все? Я 2 раза была на концерте. Реально? Да. Ну, ты пока мы это расскажешь нам потом. Вот, и... В принципе, очень интересная такая штука, вот все гитаристы и струнники такие смотрят, ну, так клево, классно, да, можно же взять барабаны, ну, звук такой, имитацию барабанов, и добавить в наш инструмент. Обычно, вообще, вот сама такая перкуссия на укулельке, она относительно недавно пошла, может, там, в течение 2 лет начала она как-то набирать обороты, до этого все играли у нас фингер-гитаристы, которые, может, видели на просторах YouTube, там, вот это, и думаю, что он творит? Вот, но сегодня мы с вами вообще научимся базу, основу разберем, как же, на чем это все строится. Я вот единственное, поплыла девчонка, ну ладно, потом настроим. В общем, давайте мы для начала разберемся, на чем, ну, из каких частей состоит барабан. Вот кто играл, кто представление какие. Большой барабан, малый барабан, хай-хат. Бочка. Бочка, бас, да? Ты прям решил за всех. О, спасибо. Спасибо большое. Ну да, у нас есть с вами таких 3 основных элементика. То есть вот эта бочка малая и хай-хат. То есть давайте назовем их тарелки. Там много тарелок, много этих барабанов, но это прям основные вещи. Сейчас мы... А я же тебя настроила, красотка, что это у нас? Она вот вас увидела, такая... Как часто вы настраиваете укулельки? Каждые 2 секунды. Она у тебя так часто расстраивается? Или нет, боишься, я что? Просто очень переживаю. Мне это очень нравится. Нравится настраивать или нравится переживать? То есть вот этот еще такой момент. Настраивать, отлично. Да что ж она не это. Ладно, а мы можем попросить кого-нибудь настроить быстренько? Пока я тут буду. Чего? А, это же штучка. Она просто новая и часто расстраивается. У кого новые, кстати, струны меняют? Или берут новый инструмент, надо 2 недельки, чтобы струнки растянулись, они очень такие мягкие. Вот, то есть у нас малый барабан, большой барабан и хай-хэт и а-ля тарелки.
Смотрите, мы, я вот думала рассказать только про перкуссию, а потом поняла, что у нас у всех проблема с ритмом. Вот давайте только честно, да, будем признаваться. У кого, как вы думаете, у кого есть проблема? Окей, а у кого нет проблем? Вы очень уверены в себе, смотрите, такие, типа, все хорошо, у меня проблем. Да, если что, это не я, да? Вот, я подумала, давайте мы немножко разогреемся с вами перед тем, как начать дубасить нашу избивать укулеку. В принципе, разберем такую штуку. Вообще, что такое перкуссия, как я уже рассказала, то есть это имитация барабана, каких-то ударов, то есть дословно. У нас есть, если мы не берем никакой инструмент, мы можем издавать эти звуки ударов при помощи нашего тела. Тогда это называется боди-перкуссия, то есть боди-тело, перкуссия удара. Давайте так, какие вообще элементы мы можем сделать с нашим телом, для чего ударить, чтобы был звук? Щелкать пальцами. Щелкать, отлично, здорово. Хлопать в ладоши. И топать. Вот, слушайте, ну супер. Вы когда-нибудь видели ребят, которые по себе шли? Которые там... Какие-то там... Вот это все делают. И у них очень хорошо с ритмом. Во-первых, с координацией и с ритмом. Как этого достичь? Давайте мы с вами поделаем пару клевых штук, чтобы и разогрелись, поняли, почувствовали, вай. Хрустеть пальцами, это мое варенье. Говорят, что вроде бы нельзя хрустеть пальцами. Да, да, да. Потом болеть руки будут. Но пока не доказано. Ладно, смотрите, да, вот главные три элемента давайте для себя возьмем. Это в ладоши. Да, то хлопаем в ладоши, то паем в ладоши. Вот, получается, наши ноги и щелчок. Вообще здорово. Вообще, на чем, в принципе, строится ритм, да, то есть это какой-то отрезок, я не буду сейчас вот это музыкальная теория, но мне надо, все равно не запомните, зачем перегружаться. То есть у нас есть с вами какой-то отрезок на какой-то счет, то есть счет может быть разный, там, на 3, на 4, на 2, ну, это мы самые такие базовые, популярные, говорим. То есть мы возьмем на 4, то есть будем прям считать до 4. Надеюсь, с математикой все хорошо, плюс-минус. До 4 посчитаем. Давай, смотрите, мы будем делать с вами всякие рисунки какими-то элементами, то есть что-то добавлять, что-то пропускать. Начнем с самых простых. Да, пока нам не понадобится, будем пока начнем с хлопков. То есть я буду считать до 4, вы можете считать вместе со мной в полголоса. Ну, считайте, пожалуйста, да, а то я могу замолчать и вот такие. И в какой-то момент будем делать удары. Вот. Давайте начнем с раз. То есть будет раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. То есть всегда этот счет, он повторяется дальше, дальше и дальше. То есть называется такой флоберет. Готовый? Готова? Готова? Да, в моих глазах было. Давайте. Три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три. Вы вместе со мной тоже делаете? Раз, два, три, четыре, раз, два. Теперь будем еще на три добавить. Четыре, раз, два, три, четыре. Опа! Я руку поднял первый. Да, отлично. Давайте еще раз. Это нормально. Сбиваться — это супер круто. Не бойтесь сбиваться. Давайте. Три, четыре, раз, два, четыре, раз, два, четыре, раз, два, четыре, раз, два, четыре. Теперь будет еще, так, на четвертый счет еще будем делать. Хорошо? То есть два пока пропускаем. Раз, два, три, четыре, раз, два, четыре, раз, два, четыре, раз, два, четыре. Отлично. Вот мы такую штуку дирижерскую, я же не зря училась на учителя, да? Сняли, закрыли. Вижу, как... Вот сейчас такая штука. Почему так происходит? Во-первых, мы можем не считать или обманывать себя. Я считаю про себя. Друзья, я знаю, как вы это делаете. Вот, поэтому считайте хотя бы в полголоса. Это действительно помогает. А еще есть такая штука, как метроном. Кто-нибудь слышал про такие страшные вещи? О, сразу кто? Музыкальная школа. Да, кто из музыкальной школы, сразу таки, о, нет. В общем, метроном — это такое приспособление. Тут, наверное, есть где-то под рукой показать треугольную штуку. Вот она считает за нас. То есть мы выстраиваем какой-то счет определенный, но не обязательно покупать вот такое приспособление. Я хочу вам просто показать, что было раньше. То есть во всех музыкальных классах это было. Сейчас век интернета, можно скачать себе на телефончик. И, то есть мы выстраиваем, и вот эта штука не дает нам сбиваться. То есть, что бы мы ни делали, ее нужно слушать. И все музыканты ее боятся,
Потому что я-то могу остановиться, да, передохнуть, начать заново считать. А вот эта бандура, как вы поставили счет, так она и будет стучать, и поэтому всех она раздражает и бесит. Начнем с этого. Вот. Ну вот, нам сейчас покажут. Давайте, ну, вроде бы поняли, да, систему, как это работает. И, в принципе, в песнях это нам пригождается. То есть вот мы там, например, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. И это еще, знаете, сложность-то какая? Надо уложить нужный темп, а то вы раз, два, три, четыре. Потом поняли, как раз, два, три, четыре, то есть у вас на каждый аккорд все мимо темпа. Вот, ну ладно, если сложно говорю, поднимите руку, скажите, Даша, стоп, прекрати, все, хватит. Устал! Давайте подключим вот к этому всему наши ноги, да? Теперь сделаем так. У нас на первый счет будет хлопок, а на третий счет... Жуткая штука, да, появилась. Да, а можно нам ее сюда показать, чтобы всем было видно? Жуткая вещь, правда, друзья. Ставьте плюсики в чатик. Кто с музыкалки пришел? Вот. Это, ой, это знаешь, как это? Поле чудес. А сейчас к нам принесут шкатулки. Здесь домик, который звонит. Угу. Справа. А сам больше нет. Нет. Ну да, то есть вот эта штука. Приложение. Ее можно так повертеть. Давайте так долбанем. Да, вот так вместить. Там ее тоже можно настраивать. Вот она сейчас звенит, да? Ужасно. Страшная, да? Страшная вещь, музыкальная слишком. Спасибо большое. Вот, поэтому можете скачать себя по ритму, погонять. Вообще барабанщики очень любят ритм. У них бывают такие сложные партии, что в одной ноге один ритм, второй, третий, четвертый. Это надо чувствовать еще нормально, так хорошо сыграть, чтобы не солянка какая-то была. Ну вот, мы учимся. Мы еще учимся. Давайте на раз мы похлопаем, а на три потупаем. Можете одной ногой, можете двумя, но считайте, пожалуйста, хорошо, чтобы было удобно. Какие вы послушные, что это? Давайте. Три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Теперь на второй счет тоже будем хлопать, да? То есть раз. Два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Отлично. Я не закрыла, извините. Как метроном. Да, да, да. Ну, чувствуете, да, сразу как бы хочется продолжения. Вот. Не такого продолжения. Вот. Дальше что мы можем сделать? Давайте еще это пораскрутим. Можете придумать свои, кстати, схемы, вариации, на что у вас хватит фантазии. Теперь мы сделаем такую штуку. На два будем пропускать, то есть раз, два, три, четыре. То есть на четыре хлопочек сделаем. Если что, кому сложно, пропустите, посмотрите на соседа, как он делает, потом вступите на следующий рисунок. Три, четыре. Раз, два, 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 три, четыре. Чувствуете, что синкопка какая-то пошла там, то там на два, кто-то стоит, то тут на два. Давайте еще раз, схемка реально сложная. Я надеюсь, вы тоже посмотрите. Реально сложная, поэтому приходится концентрироваться. Еще раз. Три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два. То есть соберитесь. Четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Последний раз, два, три, четыре. Ну здорово! Красотища какая! Так, у нас остался третий с вами элемент. Это что у нас было там? Кто так? Давайте так. Кто умеет щелкать, кто не умеет щелкать. Кто не умеет щелкать? Мы учимся. Берем, знаешь, берем, типа вот как, соль, так вот, хотим посолить, и бамс, вот этим вот пальцем, брымс, вот так вот сделаем. У меня звук не издает. А, нормально, нам особо звука нет. Смотри, сколько людей. Защелкать за тебя. Так. Что мы с вами сейчас сделаем? Схемка такая. Оставляем как бы счет на раз. Это база, это основа, чтобы вы не сбивались. Потому что бывает действительно сложно без первого удара. На три оставим топот. И теперь на четвертый сделаем щелчок. То есть у вас будет вторая доля, цифра 2, чтобы наподумать. Если что, я рядом с вами. Хорошо? Не бойтесь ошибиться, все нормально. Как это примерно будет выглядеть? То есть раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Угу. Потом мы эту схемку усложним чуть-чуть. Погнали.
три, стоп. Давайте, смотрите, будем немножечко дирижерство вам закину. Я всегда считаю немножко подготовка, да, за так. То есть на 3-4 раз, чтобы вы... Куда раз? В какой момент? Угу. Готовы? 3-4 раз, 2, 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 3-4 раз, 2. Что мы подъехали? Супер! Хорошо, пока справляемся? Да. Вижу, что немножко мозг закипает. Последний рисунок какой-нибудь с вами проиграет. Так, нам нужно теперь это все сделать на хард-режиме. Как мы это можем сделать? Теперь в первый, как бы на счет раз мы будем делать не хлопок, а топот. Хорошо? Я думаю, мы справимся. У нас столько попыток есть. Так, давайте подумаем. Раз, два. Погодите, я придумал вам схему, вы уже сразу повторяете. Смотрите, сделаем раз, два, три, четыре. То есть так, топот, хлопочек, щелк, хлоп. Вот примерно так мы и работаем. Готовы? Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. О, молодцы! Четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. Я сама сбиваюсь. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И последний раз. Два, три, четыре. Молодцы, давай продолжим. Нормально, нормально. Видите, да? Немножко сбиваемся. Последний раз. Схемка сложная. Ребятки, соберемся. Потом еще будет тяжелее. Вы что думали? Вы пришли меня только послушать? Нет, мы работаем. Давайте еще раз. Три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз. 3-4, раз, два, 3-4, последний раз, раз, два, 3-4, супер, молодцы, разогрелись, мозг включился, погнали теперь к инструменту. А у кого нет инструмента, ничего страшного, вы можете оставить эту схемку, вот эту шакатака мы ее назовем, вот, а у кого есть инструментик, сейчас я объясню. Вообще, в принципе, у нас укулелка очень маленький инструмент, довольно-таки, чем гитарка, еще бывает там сопрано, концерт и прочие такие штуки. Вот, поэтому я покажу несколько элементов, как это можно играть, в зависимости, что за инструмент, хорошо? Мы с вами уже поняли, то есть есть бочка, и такой... На барабанной установке ее обычно играют ногой, такой гулкий звук. Дальше есть малые барабаны, они как бы тоже, как бы барабаны, но они малые. Неожиданным образом играем вроде бы на, рукой, да? Кто играл на барабан? Ходила на два раза на концерт Ранетка. Как она играла этот малый барабан? Она точно не играла. Она не играла? Не было 9 лет, уже помню. А, ты была в другом, кстати, хорошо, я поняла. Так, ну ладненько. Смотрите, вот у нас с вами малый барабан и тарелка. Что мы можем сделать на нашей укулельке? Естественно, звучать это как прям барабана не будет, но очень приближенно. Что мы будем с вами делать? Вообще, большие, вот эти большие барабаны мы играем где-то вот в этой плоскости, друзья. Вот вам. А, и тут можно играть разными вариантами. Самый простой, взять наш большой пальчик и играть как бы таким вот замахом. Давайте я сначала покажу, попробуем. Вот. Не-не-не, вот здесь, вот в этой части. Побольше где. Ага, схем. Да. Прям хорошо замахнуться. А, это такой первый вариант, самый такой простой. Можно играть на подставке. Подставка это вот эта штука, где у вас струнки стоят. Да, она у всех разная бывает, в зависимости, что за моделька. Можно играть сюда. Ой, кто-то там пришел. О-о-о. То есть вот сюда, сюда. Кто-то умудряется, например, играть или всей рукой, или одним пальцем по самой подставке. То есть можно дубасить так. Да, но все зависит от вашей модели, друзья. Вам нужно просто попробовать разные варианты и посмотреть, как вам удобнее. Вот. Есть еще такой супер гитарный вариант, когда берут, они как бы замахом играют. Но это прям такой полноценный, это будет сложно. Поэтому давайте мы его не будем брать, он тут тяжеловат. Нам нужно бы как-то еще потом это сыграть. Остановимся на первых двух. Да, неудобно, приходится как-то выворачивать, да. Поэтому возьмем пока наш большой пальчик и будем играть с таким большим замахом. Вот, у меня единственное... Вы заметили, какие у меня пальцы, во-первых? Это очень важный момент, друзья. Волшебство не получится, если вы не обратите внимание на мои пальцы. Ну вот, они дают дополнительный щелчок. Вот, поэтому я пока это сниму, чтобы не быть читером. Чтобы у нас звук был всем с вами одинаковый. То есть, смотрите, вы можете играть вот так вот.
бы на вот этой плоскости или вот здесь, вот на подставке. Смотрите, как вам удобно, хорошо? Сильно не притрудитесь, то есть не сбивайте укулеле, она вам плохого ничего не сделала. Да, то любим. Вот, это наш будет с вами большой барабан. Мы можем дать ему какое-нибудь название, чтобы мы не запутались, можем дать типа пум. Раз уж я начала говорить пум-пум, да, пусть это будет у нас пум. Супер, отлично. Давайте пока попробуем, попрактикуемся с такой же штукой на счет. То есть мы теперь будем играть раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре и так далее. У кого нет укулелек, мы тоже не сидим и не слушаем нас. Это, конечно, тоже хорошо. Мы теперь будем с вами там топать. Хорошо? Давайте, у кого нет укулелек, большой барабан — это топот ногой. Угу. Готовы? Погнали. Три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Отлично. Немножко, Мать, вот сюда лучше сделай, посередине, ты ни туда, ни сюда. Ага, вот, вот сюда, Мать. Ага, вот, отлично, супер. Так, вроде получается, все хорошо? Супер, погнали дальше. Есть малый барабан, про который мы с вами говорили. И, как ни странно, он играется таким же самым образом, только вот в этой части. То есть вот тут вот. Если вы потом послушаете, когда у нас будет, ну, менее шумно, действительно звук есть. Тут вот, вот если что, когда звуки открыты, точнее струны, может быть такой звук, не обращайте внимания, нам нужен именно вот этот. И... Они разные! Волшебство! И то есть тоже так же можно играть большим пальчиком. Да. Кто-то играет и внизу. То есть надо смотреть за рисунком. Можно и тут сыграть большой барабан, и тут малый. Но я вам советую пока наверх обращать внимание, потому что мы как-то вот... Больше же песен, да, наверное, играем. Аккомпанементы там. Как бы взмах идет сверху. Поэтому пока вам прикольно, удобно играть наверху. Освойтесь, вам понравится эта техника, идите вниз. Вот. Ну что, давайте погнали. То есть у нас тут малый. Вот он. Большой, малый. Здорово. Красотища. Давайте мы это теперь отработаем тоже в схемке. Каким образом? Большой у нас будет на раз, на два молчим и на три малый. Получается раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Да, не бойтесь немножечко двигать рукой. Это нормально. Не сидите как стукач. Расслабьте руку, чтобы вам было удобно. Вот. У кого нет укулеле, у нас с вами будет хлопки такие. Окей? Понятненько, более-менее? Погнали, попробуем. То есть получается раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Здорово. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Великолепно. Раз, два. 3-4, 2-3-4. Тоже, кстати, вот эти вот схемы, такие перкуссионные, можно играть под метроном. Вот. Потом я могу скинуть весь какой-то материал, про который я говорю, в свой телеграм-канал. Можете подписаться. Ну, действительно очень удобно, а потом можете зайти посмотреть, скачать. Супер! У нас есть два из трех элементов, нужен еще третий, это тарелки. Как мы их будем с вами делать? Вообще вариаций, опять же, много. Перкуссия — это такой вот, такая тема, она еще не особо изучена. Вот я знаю, Вин, ты играешь немножко по-другому. Я видела твои чудесные ролики. Можно так тоже играть, почему бы и нет. То есть ищите звук. У всех инструменты индивидуально, они могут сдавать свой дополнительный, что, например, у меня может не звучать. И наоборот. Окей, погнали. И последний элемент — наши тарелки. Особо можно, конечно, взять пальчики или ногтями, или подушечками сыграть вот так вот, но это тоже какая-то имитация такого. О! Это я своими ноготочками сыграла. Мы это заменим просто на удар вниз. Вот. Пока мы заглушены в струнах, и получается, что вот, да? Такое, что-то похоже на имитацию на тс. Ну, возможно, такое. И все, супер! У нас уже получается с вами какая-то схемка. То есть давайте про... Повторим. Большой барабан, малый барабан и шикардятина. Теперь нам надо это все совместить в какую-то схему, чтобы был какой-то ритм, был какой-то движ-парич.
что мы сделаем? Я предлагаю пока самый простой, потом можем чуть-чуть усложнить. Посмотрим, как у нас получится. Мы сыграем с вами так. Раз, то есть большой барабан, на два вниз удар, на три малый барабан и на четыре опять вниз. То есть у нас все с вами элементы будут заполнены. Сейчас отработаем в медленном темпе и получается. Можете для понимания восприятия как бы рисовать такую эту треугольник. То есть получится раз, два, три, четыре. Угу. В медленном темпе сейчас попробуем, посмотрим, как если не получается, еще раз закрепим. Готовы? А, стоп, у кого нет укулелек, да что нам делать? Щелкаем, друзья, товарищи. То есть у нас какой с вами будет рисунок? Помогайте мне, пожалуйста, я тут забыла. Получается так, раз. Нет. Опа! Нет, то есть получается... Опа! Погодите, как... Не-не-не-не-не, ладно. Вот ничего не можете без меня, да? Смотрите, у кого нет укулелек, у нас с вами такой рисунок. Топот ногой, щелчок, щелчок. Сложно, да, приходится думать. Ну, куда попадем, туда попадем, друзья. Ну, не знаю, первый раз с этим занимаемся. Давайте, то есть, нога, щелчок, хлопок, щелчок. Я вам советую делать именно двумя конечностями, потому что, когда мы делаем одной рукой, мозг не понимает, что мы делаем, да? То есть, лучше, если мы щелкаем... Да, можете двумя ногами. Ну, нога, она такая... Неудобно, да. Поэтому ногой можете один раз, а вот что с руками делать, лучше с двумя делать. Давайте с вами повторим. То есть получается у вас раз, два, три, четыре, да? Раз, два, три, четыре. Шикарно. Друзья, товарищи, у кого укулельки, подключаемся. У нас с вами раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Слушайте, ну здорово, у нас ручка не закрыла. Вот, ну, у меня тоже помогайте. А вот, что там сейчас? Вообще, в принципе, как я так, как так получается, нам охота всегда какое-то четное количество раз делать. То есть повторить два раза, четыре раза, там, шесть и восемь. В принципе, нашему мозгу это понятно. Когда мы, например, сыграем вот эту схемку три раза, он такой, а куда ты дел четвертый? Почему-то меня обделил, да? И вообще, в принципе, любой аккомпанемент или какие-то вещи тоже на это строятся. Вопрос теперь в другом. Как это применить в песне? Мы сегодня с вами будем играть мелодию, но вам покажу на песне. В принципе, в песнях тоже это используется. Например, есть моя любимейшая... Ой, поплыла. А что она все у нас уплывает? Давайте, друзья, ей немножечко поможем. Вы можете пока отработать то, что мы знаем. Вот, что же случилось? Да, акулеле. Она просто новая, поэтому она так этот... Немножко стесняется. Сейчас, мы поможем тебе. Я вроде бы пока, ну, мы собирались, я играла на ней, но она такая... Песня «Алюминиевые огурцы» и группа «Кино». Я, кстати, выступала недавно с ней. Она просто простая, и на ней очень удобно показать. Да, а вот сама песня простая в каком плане? Там типа аккорды С, А, М, Фа, G или G7, смотря кто как играет. Это такая простая схема. И по идее я могу ее сыграть так. Просто послушайте разницу аккомпанемента. То есть даже простые аккорды, простую песню можно сыграть интересно. Можно сыграть так, типа «Я сажаю алюминиевые огурцы». На брезентовом поле. И самое удивительное, что мы с вами так в русскоязычном пространстве родились. И вот любой бой с глушением для нас это цойский бой. То есть типа белый снег, серый лед. И оказалось, что как-то так интересно, что вот все вот эти рисунки с боем, с глушением, это тоже перкуссия. По идее, это же тоже какие-то удары, да, тоже какие-то элементы. Мы просто это делали, потому что нам сказали, что такое в схемке есть. Но теперь вы можете знать, что это тоже перкуссия. И, то есть, начальная такая перкуссия получается так. Я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле.
такой же второй уровень, третий уровень. Что я могу сделать? Могу сделать такой стилистики а-ля регги, может быть, не знаю, попробуем, типа так, я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Прикольно, да? Вот, и что хочется? Бамбук закурить. Можно? То есть, вообще, вот все вот эти рисунки, сам по себе бой, какие-то глушения, перкуссии, он добавляет свой шарм. Поэтому пробуйте то, что мы сегодня с вами даже сумеем сыграть. Вот, это, вот этот рисунок, который мы сейчас с вами только что выучили и будем сейчас закреплять, это такой самый основной и базовый. Вот сегодня домой придете любимую песню свою открытие и попробуйте сыграть. Она у вас сразу вообще звучит так, типа, что-нибудь такое сыграть. Ты забудешь обо мне на сиреневой луне. Может, хотя можно было бы еще по-другому сыграть. Вот, теперь нам нужно это все отработать, как мы будем делать. Я подготовила для нас вот такую штуку Still Dre, этого, Snoop Dogg, вот эту штуку. И все шарики за ролики, что это такое? Жесть. Но мы такую сложную схемку играть не будем, мы будем играть именно часть вот... что мы с вами сейчас и учим. Все, у нас получится. Вот так просто посмотрели, типа... Боже мой. Вообще, в принципе, я думала, как это все так преобразить. Поэтому, кто, в принципе, ориентируется по аккордам, я могу сейчас аккорды вам показать, чтобы вы мне тоже помогли подыграть. Вот. А мы просто играем, да? Не-не-не, мы будем играть с Силдрой. Но, в принципе, если у нас так хорошо получится, можем и огурцы попробовать. А давайте с огурцов и начнем, да? Ты что-то закинула, вы такие... Давайте реально, сможем огурцы же, да, сыграть? Смотрите, огурцы как играют? Кто недавно играл на укулеле и только начал, у нас первый аккорд С. Давайте все повторим. Шикардятина. Дальше аккорд АМ. Средним пальчиком. Отлично. Всех вижу, я же коррекцию делаю, все видно реально. Так, никто не филонит. Аккорд фа, то есть к этому, вот этой схемке мы добавляем, да, указательный с вами пальчик на второй струне. Ага. Отлично. И последний аккорд G. Ну вот то немножечко может быть кому-то сложный. Да, кому сложно, лучше его пропустите, потому что если мы добавим G7, будет звучать немножко не в контексте. Вот, да, он только немножко вопросительно то будет звучать, поэтому оставим G. Вот, кому сложно, пропустите, но счет до 4 остается, то есть у вас будет двойная работа. Да, а можем уже попросить укулетку, чтобы нам дали, вы тоже попробуйте. Я буду дубасить. Вот, а давайте повторим еще раз, то есть С. Ага, А, Э. А что ж вы так и соглашались, Тейни? Стесняшка. Вот, давайте так. Песня супер простая, там припев повторяется 2 раза, 2 строчки подряд. То есть я сажаю алюминиевые огурцы на брезентовом поле. Чтобы понять, что происходит, мы пока просто сыграем без перкуссии. Хорошо? Сделаем так. Я сажаю Я сначала вам покажу. Погодите, друзья. Не бегим, бегун. Хорошо? Отлично. 3-4. Посмотрите, вот будет так. Я сажаю алюминиевые огурцы. Вместе со мной тоже играем на брезентовом поле. Как так получилось, да, возникает такой вот вопрос, что я вот сейчас в нужный момент сыграла какой-то аккорд. У меня сейчас в голове как раз работала самая первая схемка, которую мы с вами играли. То есть я бы могла сыграть так, типа... Я сажаю, у нас как бы раз идет, то есть раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. То есть я на эту схему добавила аккорды, добавила слова. Вот у меня так получилось. Вот, мы же не зря с вами делаем эту схему. Давайте попробуем вместе в таком средненьком темпе, который я сейчас вам показала. Но задача какая? Нам нужно это спеть. Прям реально петь.
Вот, попробуем. Кому сложно, просто потом будете чуть-чуть подпевать, хорошо? Посмотрим. У нас команда с вами работает. Так, 3, 4. А, я вам темп не задала, секунду. То есть, смотрите, темп такой будет. Я сажаю алюминиевые огурцы. Там на брезентовом поле. Хорошо? Справимся? Давайте погнали. 3, 4. Я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле. Еще раз. Я сажаю алюминиевые огурцы. Вот, и теперь нам нужно на это все добавить бит. А могу попросить чуть-чуть водички, что-то мне очень жарко тут просто. Я за ней уже иду. Ох, что-то я немножко спать. Панаму не сниму, это от солнца. Вот, то есть смотрите, сейчас нам нужно будет это все соединить в медленном темпе, примерно такое. Типа, я сажаю алюминиевые огурцы. Я пока просто показываю. Время перейти на следующий аккорд. Хорошо? То есть у нас получается я сажаю алюминиевые огурцы. Сейчас объясню поподробнее на брезентовом поле. Спасибо большое. Я почему-то не вижу пола. Да. Все, поняла вас. Это не поняла. Так, попробуй в медленном темпе, как без слов. То есть я буду считать схемку, играм и аккорды. То есть получается раз, два, три, четыре, раз, два, молодцы.
хорошо, если что, подскажу. Раз. Я сажаю алюминиевые огурцы. На брезентовом поле я сажаю алюминиевые огурцы. Все, я поняла. Сейчас все делаем по-другому. На брезентовом поле. Друзья, вижу, что сложно. Это нормально. Поэтому мы попросим поддержку наших ребят, которые без укулеки, наши мамы, папы и все прочие. Вот, кошечку забыла с собой взять. Давайте мы поможем нам, да, споем, потому что мы немножко сбиваемся. Вот, поэтому я буду петь, вы будете пока просто играть, и нам будут еще подпевать, хорошо? Вот, наша с вами вещь ритмическая, там вокальная. Давайте еще раз попробуем, чтобы прям хороший вариант я могла загрузить в сторисы. Спасибо. Ну, Варь, ну, чем-то реально интересно. Погнали. 3-4. Да, как мне посчитать на 3-4 и сказать «я сажаю»? Давайте так. 3-4 – это слово «я са», а на «жа» – это первое. Хорошо? Удар. «Жа». То есть «я сажаю алюминиевые». Отлично. Давайте мы еще раз сейчас порепетируем, и потом такой хороший вариант у нас получится. Угу. Может, есть ли какие-то пока вот трудности, вопросы? Ребята в чатике, получается ли у вас? Напишите, пожалуйста, крестики, блюсики. Угу. Все хорошо. Если сбились, на следующий аккорд просто вступите. С кем-то такая же. Давайте еще раз пару раз помучу и отпущу. Давайте. Я сажаю алюминиевые. Попрошу вот так вот снять. Да, потом аэродроп у меня перекинется. Окей. Спасибо. Так, давайте так профессиональную съемку сделаем. Чего с одной точки? Вам нужно немножко походить, чтобы мы звезды, нас тоже было видно. Мы для кого это стараемся? Не только меня, красотку, да, но у нас, чтобы тоже всех было видно. Угу. Тоже туда потом походим. Мы то 4 строчки поем. Долго. Ну что, друзья, соберемся. Это наш концертный вариант. Да? Для нормально. Мы целый час с вами играем. Можно уже... Мы даже запозднились. Я могу вам рассказать историю, пока вы отдохнули. В общем, у меня была чудесная одногруппница, Катька ее звали, и она не ходила на пары, но она удивительным образом сдавала всю вот эту программу по фортепиано, которую нам нужно было сдать. Я учила ее 3 месяца, она учила 1 день. И у нас у обоих одинаковые оценки. Вот, поэтому, в принципе, мы с вами очень хорошо идем. Так, мамы, все остальные нам помогают.
Вокальная партия, на вас вся надежда. Хорошо? Вы готовы, девчоночки? Спасибо, Таня. И я сажаю алюминиевые огурцы. Вы уже можете сейчас использовать эту схемку в любом своей композиции или потом ее модернизировать. То есть попробовать играть не большим пальчиком, а как бы с таким захватом. Или ударами на подставке. Вот. Или прочими какими-то штуками. Или я, знаете, могу вам скинуть одного автора крутого. Бориса Могилевского, по-моему, что ли? Вы слышали про него? Да-да. Слышали, да? Вот он тоже всякие такие ритмы изучает, я скину это в Телеграм. Окей? Поэтому подпишитесь на Телеграм, ссылку в любой сети у меня можете найти на него. Вот, в принципе, как-то так мы с вами научились, что ж такое, так хорошо пела вообще. Как-то так. В принципе, если у вас есть вопросы, я на все обязательно отвечу. И вы не разбегайтесь, пожалуйста, мне сделать фотографию красиво. Вот, и я подготовила для вас чудесный подарочек, мини. Подарочек. В общем, я привезла остатки своего маленького мерча в виде стикеров. Вот, поэтому потом обязательно его возьмите. И как-то так. Может быть, вопросы какие-то? Здрасте, вы что, пришли сюда без вопросов? Ну вообще жесть, друзья, товарищи. Ну ладно, тогда я вам расскажу. Если вам сегодня нужно будет что-то заодно приобрести для укулельки, ремни, кстати, чудесные у нас пришли. Вот, красиво. Можно у кого-нибудь попросить ремешок показывать, например, нам для укулельки, у кого нет? Вот, у меня есть скидочный промокод, мой личный. Вот и всякие аксессуары, струны, ремни, можете его приобрести по скидке. И тут же сразу забрать. Вот, Ксюша. И человек с этого более чудесной шкатулкой к нам пришел. У меня такого ремня нет. Вот. Это шанс. Друзья, лично мой. Даже кирпич. Называется, реально, кто просто играет стоя или боится, что ой, некомфортно играть, можете ремень приобрести. Клёвый, классный. Вот они у нас как раз на лечи появились. Для всяких аксессуаров. Вот. А может быть, ребят, у вас есть какие-то вопросы? Вот я обязательно на вас на все это отвечу. Вот. Можете подумать. Никуда вас не тороплю. Все хорошо. Вы сделали столько, я надеюсь. Чтобы потом меня отнести. Конечно. Конечно, конечно. Хорошо, отлично. Здорово. Ну ладно. А если у нас у матросов нет вопросов, спасибо большое, что пришли. Сегодня рада очень круто молодцы, что зашли такая тема, прям бомбическая космоса. Давайте мы с вами сделаем фотографию общую. Окей? Давайте мы сейчас подарим. Ну конечно, можно с гитарами, можно как хотите.